Так. Ну чё-то Xbox нифига не настраивается. Ладно, блин, надо пойти куда-нибудь тогда погулять, что ли. Да надо было, наверное, жди меня и всё-таки кабель прикупить. А где его здесь прикуплю-то? Нигде вокруг нету. Так, а деревце-то растет, расти большим и сильным. Скоро урожайчик собирать будем неплохой. Так, а ключ-то все-таки подходит ко мне, нет? Да, блин, да что ж такое, когда я домой-то уже попаду, блин, когда это все закончится уже. Хожу здесь постоянно бомжом каким-то. Делаю какие-то вещи. А ты чё там делал-то вообще? Зачем ты на крышу тусовался? Тебе реально там прикол, что ли? Или чё? Как ты вообще туда залез? Не расскажешь? Ну расскажи, ну чё ты такой, блин? Сосед, ну давай жить мирно. Договоримся о чём-нибудь. Время хорошо проведем. Да чё ж тебе надо-то, а, от меня постоянно? Все, давай уходи, мне не о чем больше с тобой разговаривать. Вот куда шел, туда иди. Так, я где-то у неё, по-моему, видел зеленый замочек. Он как-то странный, я не знаю. Вот бы я дома так помечал от каждого замка ключик своим цветом. Это все двери перекрашивать придется, да и ключи тоже. И так вроде запомнить можно, не дурак, блин. Хотя, может быть, и дурак немножечко. Оп-оп-оп, стоять. Да куда ты, чё ж ты сбежишь-то за мной? Ты чё тебе надо стоять, ограбление? Я вас не звал, идите нафиг. Так, бежим быстрее, капканы. Точно, вот где я видел зеленый ключик. Ну давай, сходим, что там у нас? Так а где это я? Что за фигня-то? Это кто? Че со мной? Че тебе надо от меня? Отстань! Отстань, говорю, от меня в шкаф, что ли, залезть от них? Ходят что-то манекены какие-то, роботы. О, перемена, что ли? О, отлично, пойдем поговорим. Че, пацаны, куда тусить идем? Пойдем тусить куда-нибудь. Так, ладно, посижу. Это не главный, походу, блин, какой-то. Я не знаю, визжит что-то, смотрит куда-то, непонятно. Чего смотрит, куда, чего надо, не, вообще не ясно. Так, опа, а что случилось? Поймали, что ли? Вообще, что я здесь делаю, блин? Может, на стол? Давай-ка на стол залезу от них. На столе потусуюсь. Че, не достанете же? Нифига! А ты че толкаешься-то? Я не люблю, когда кто-то толкается. Опа, нифига, как я умею. А вы так можете? Видимо, нифига не можете. Да че тебе надо? Отстань от меня. Че пристали-то все? Ну хожу здесь и хожу своими делами занимаюсь, блин. Подходите, что-то надо. Я вот вообще вот так вот умею. А вы так умеете? Чуть подбежал, посмотрел. Чего вы красный-то? Не агритесь. А то сейчас меня скоро самого кострить начнет. Так. Беги куда-нибудь, беги, блин. Блин, ну пипец, не добежал никуда. Фигово бегаю, значит. На спортивную школу податься. Буду хорошо бегать. Какая спортивная школа, блин? Я на работу-то не могу нормально устроиться. Там постоянно фигня какая-то происходит. Это, походу, у них дежурные на перемене какие-то. Ну а как еще их назвать-то, блин? Да стой, стой! Нет! Блин, ну когда он что-то краснеет. А че вы все красные-то, блин? Может, у вас дни эти начались? Еще по звонку, от звонка до звонка. Я даже не верю, что я в школе, может, не на зоне где. Ну реально, от звонка до звонка тусует. Да что тебе надо? Что ты светишься-то сзади на меня? Не надо на меня светиться. Я боюсь, когда на меня кто-то светится. Смотри-ка, какой, блин. Настиг меня взял. Да что тебе надо? Так, а ну все, да, давай звонок. Так, звонок для учителя. Ага. Ну не для меня, явно, я смотрю. Да чё за хаотичные движения-то постоянные, блин. Ага. Как будто здесь меня, блин, не заметят.
бегаю, что-то прыгаю, фигней занимаюсь. Как я еще здесь оказался? Зашел куда-то в подсобку к соседу и здесь, на тебе, пожалуйста. Какой-то белый у них вожак, походу, блин. Стоять, стоять, бояться! Так, ну все равно сзади настигает. Так я не знаю, может топор взять с собой на Верочку? Я думаю, если топор будет, вряд ли ко мне лез. Ты что они меня вообще ловят, зачем? И почему я постоянно очухиваюсь где-то? Стой! Не лезь ко мне! Че вы все ко мне лезете? Че надо-то, блин? Я вообще не понимаю, зачем я здесь и куда иду даже. Значит, пристали все. Стоять! Не лезь ко мне! Блин! Ученики свалили нафиг с моей дороги? Оп-оп-оп! Блин, чуть-чуть не успел. Блин, ну шкафы тоже видно было, по крайней мере. Почти допрыгал. Да, правильно, учитель, там и туси, блин, нефиг ко мне лезть. Обалдеть, ты что, меня догнал, что ли? Блин. Меня еще никто не догонял. А ты что догоняешь как-то? Отстань, отстань, пожалуйста! Да че ж вам надо-то от меня-то постоянно? Что-то лезут и лезут ко мне, лезут и лезут. Все свалили все! Свалили в ужас, я сказал! Прикопались, что-то, блин. Зачем я вообще здесь хожу, я не понимаю, блин. Хожу, что-то брожу, непонятно куда забрел, нифига себе, блин. Пошел за соленями в кладовочку, а нашел и школу целую, блин. У тебя что, частная школа, что ли, где манекены учатся у других манекенов преподавать? Отстань от меня! Вот вообще не отстает ни в какую, и все. Да когда ж закончится-то это все, а? Ненавижу, блин. Еще и ловит, смотри. Как вы меня еще ловите? У вас даже рук-то толком нет, культяпки какие-то торчат вместо них. Опять этот белый, блин. Отстань, белый. Саня, походу. По-любому, блин. Ну и че, мы встали? Ага, опять встали. Так, разгоняемся, прыгаем, как учили. Шкафчик, о, блин, с прыжка. Да че, белый? Че ты рядом-то постоянно, блин? Тусуешься, скажи мне, пожалуйста. Может, пораньше выйти? Да, блин, бегают они, однако, быстро. Блин, жрать надо, наверное, поменьше, и тогда все нормально будет. Да тихо, тихо ты! Стой, стой! Ну чё ж ты делаешь-то, блин, а? Зачем ты бежишь за мной? Не надо за мной бегать. Нифига себе, как я умею, блин. Давай, давай, попытка номер 128. И вообще, почему я постоянно здесь появляюсь? Что они со мной такого делают, что я по новой здесь очухиваюсь? Стоять, стоять, пожалуйста! Отстань, отстань! Беги, 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 братан, беги, я верю, ты сможешь. Чуть-чуть осталось. Так, все, отлично, добежали куда-то, блин. Так, все, отстань от меня, нефиг воз меня бегать. Так, а все, учителей больше нету, я смотрю, никого нету вообще. Ну, наконец-то, блин. Привет! А ты, тебе что надо от меня? Ты здоровый какой-то слишком. Блин, не убивай меня, пожалуйста. Отстань, отстань. Я сильнее тебя, понял? Я всегда сильнее всяких манекенов. Вот так вот, блин. Сосед, ты завязывай со своими школами здесь. У тебя вообще лицензия есть, блин? На проведение учебных занятий. Хотя, чему они у тебя учатся, они только бегают друг от друга и все. Как ты вообще манекена научил ходить?
Странный ты какой-то, блин. Да мне бесит твои камеры уже. Че их понавешал-то везде? Че ты бежишь-то на меня? Че, может, потеремся или че? Иди, иди ко мне! Иди ко мне, мать твою! Все, понял, я тебя уработал, сильнее, чем ты. Аренду я тебе больше платить не буду. Че, отжиматься решил, что ли? Не-не-не. Я с такими не воюю, блин. Качу, блин, тоже, блин. Поджимался, что-то фигню какой-то позанимался. Че с тобой не так-то, блин? Да ладно, ты меня только что увидел, я уже 50 метров возле тебя пробежал, такой, о, блин, а кто это здесь у нас? В топку тебя, пойду наверх куда-нибудь слазю. Ты здесь хлам когда-нибудь свой разберешь? Нет, уже надоел, блин. Реально, навел у себя здесь непонятно что. Так, я и что-то не понял. А там что за окошечко-то такое? И как туда попасть? Так, аккуратненько, оп. Так, не-не-не, подожди, окошко-то есть какое-то, блин. А здесь что в окнах? А, точно, там эта здоровенная магнитная штука, которая меня немножко обламывает. Так, а где окошечко-то второе? А, вот оно. Так, а можно тебя как-нибудь залезть и запрыгнуть, что ли? У метро ей, тихо, не сбивай. Я не знаю, там какие-то граждане, я не бы здесь хоть ставил, что ли. Мне кажется, не совсем удобно здесь ходить. Так, ну я думаю, залететь в него я точно не залечу. Так, а может куда-нибудь вообще залезть и здесь можно что-нибудь найти интересненькое? Сосед, где у тебя все интересности здесь? Так, ниже я был. Так, а это я понял, что за комната. Тут заходил, там яблоками постоянно кто-то кидается. Как же уже надоели эти яблочники. Так, здесь у нас что? Здесь что-то у нас заперто вообще нет, нифига, блин. Так, ну а по-любому окошки же есть туда. Очень удобно. Так, ну пойдем, пойдем выше прогуляемся, блин. Надо сейчас на метро не выйти. Сосед меня где-то бегает, ищет теперь. Так, а может быть ломик взять? О, нифига, там вода какая-то. Так, стоямба, блин, я не хочу разбиваться. Мои ноги. Они на месте? Я целый? Да ладно. Так, ну-ка. Сейчас ломик возьму, сейчас я тут все распотрошу у вас здесь, блин. Все найду, все открою, бля. Что-то прячет там по-любому, бля. Колечко, наверное, прячет. Хоть не в трусах. Так. Оп, да вдруг он... О, нифига себе, вот это сервис. Прям на ходу пассажиров подбирает. И куда едем? На недельку до второго. Я уеду в Комарово. Все, уезжай. Спасибо, что доставил. Чтоб за руль бы кого-нибудь хоть посадить, чё он там сам по себе гоняет-то, блин, вагонеточка. Так, а как мне туда добраться-то, блин? Стоять! Да блин, не то! Разбился. Так, ну а по-любому же их надо как-нибудь сломать-то можно, мне кажется. Ломик же есть, в принципе. То есть как не прям прыгнуть так на них, чтобы просто взять и разломать. Мне кажется, в принципе, это реально. Так, ладно, надо все это дело прокубатурить, подумать, книжки умные почитать. Да и все. А потом разбить и залезть. Потому что я все у него выкраду. Правильно, за аренду столько ему платить. Почку уже забрал за аренду и все. Так, ладно, все. Пойду книжки читать. А пока вздремну с ключиком в руках. Люблю с ключами в руках спать. Доброй ночи. Так. Ну и чё сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин. Однозначно. Потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик.
И жмем сообщать не обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лёхи Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Лёха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Лёха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.